Я тут увидела то, что Брайс побывал в лайфтопе, но он не увидел самого главного, секретку. Поэтому, Влад, иди сюда. Давай-ка иди. Все ты пропустил. Такое ощущение, что я монстра позвала какого-то, а не Брайса. Здрасте. Медведя горного. Здрасте. Горный медведь пришел, лапу пососал, сегодня нормально. Ты самое интересное пропустил в лайфтопе, ты не увидел секретку. Интересную, да, новогоднюю. Вообще на секретке в лайфтопе. Брукхейвен топ, пишите в комментариях. Ладно, давай показывай свою секретку. Так, капец. О, уже подписчики зашли. Кстати, ребят, да? Если хотите также попасть к нам в видос и сниматься вместе с нами, и то, чтобы Аня вас добавила в друзья в Роблоксе, а еще у нас есть секретный чат, где мы с Аней общаемся с подписчиками, то, ребята, ссылочка на спонсорку в описании. Становитесь спонсором этого канала и будете с нами играть. Будьте самыми-самыми лучшими подписчиками. Ссылочка в описании, либо возле кнопки подписаться. Так, ну что? Рассказывай, что нам надо делать, куда нам идти, что так, мы садимся и летим вот эту в Маунт Кристенс. Короче, ты там все пропустил, мы сейчас будем смотреть. У нас вообще-то там тоже обновление так-то вышло, вот, и опять в горе утонул. Серьезно? Да, вообще-то. Офигеть. А что, слышь, что вот это за кузина? Вот нет, это? Кузина. Какая кузина? Вообще-то это хочет? Ресторан. Ресторан? Вот, да? Мы закажем пиво. Итак, тут, наверное... Безалкогольное, конечно же. Балтику нулевку дайте мне, пожалуйста. Вообще-то, может быть, тут можно сливочное пиво, как в Гарри Поттере. О, давай, сливочное пиво, как в Гарри Поттере, я люблю. Итак, ну я не уверена. Хотя ни разу его не пробовал. Нет, нельзя, тут можно. О, давай, вон, смотри, вот это тут. Вот такой? Да, на сливочное пиво похоже. Кукинг. Сокинг. Так, давай. Как? Ну, о, забабахал, глоточек сделай. Глоточек сделай. А, надо... Ты что, не знаешь, как пить в лайфтопе? Все, знаю, играю, видишь? Играю в лайфтопе, значит, ты не знаешь, как всё, пить. Все, ты допил уже. Ага, хорошо, ладно. Ты стакан выкинула, кстати, на место. Вообще-то поставили. Ты допил его, а не выкинул. О, давай через костер прыгнем. А ты ну, что? Давай, сигани, давай. Оп, опа. У нас вообще-то новая точила появилась, вот такой снегоход. Ну, я уже слушаю, ты его видел, видел, да. И мы сейчас отправляемся так-то, посмотреть сначала немножечко горнолыжный курорт, а потом отправляемся смотреть секретку, которую ты пропустил. А что не работает этот подъемник, я не понял, как подниматься? Вообще-то он еще не готов, алло. О, а что это за эти шары? Какие шары? Вот это. Я вообще не знаю пока еще. Это шарики Ньютона, ребята, или Ньютона. Они не знаю. Двигаются ничего. Все, поломали. Не происходит. О, это финиш, кстати. Блин, тут можно везде пробраться. Нам нужно на гору забраться. Ну давай. А что, по-человечески никак не залезть? Никак. Черт, вот же говно, блин. Ну ладно. Ну, забирайся. Итак, вот мы забираемся. Давай посмотрим. О, у нас здесь вообще смотровая площадка, где. Да, потемнело. Посмотри, тут скамейки висят. Да, слушай, это нормально, кстати, так удобно. Что? Удобно. Пишите в комментариях, у кого также во дворе скамейки летают возле подъезда. Слушай, ну я тебе скажу, что обнова прям вообще херенная. Конечно, тут на лыжах можно будет кататься или на сноуборде. Жаль, в Брукхавене такого нельзя, ну ладно. Ну, в Брукхавене ничего нельзя, Брукхавен не топ. Так, ну о, ладно, тут давай. Можно будет прыгать. Блин, посмотри, как красиво. Ого. Ага, красота. И можно будет через вот эти вот ехать. Понял, а да? А ну проедь себя туда, залезь. Так часто нельзя. Так, а где секретка? Я так и не понял, слушай. До секретки сейчас мы с тобой доберемся. Давай. Ты подожди. Так. Вообще-то, ты, может быть, тут уже и побывала? Я так-то еще даже не побывала. Ой, это лед, ля, блестит еще, ни хера себе. Я думаю, что здесь еще скоро каток появится. Каток? Да. О, как водок. О, смотри, это снег? Это что это такое? Трубу прорвало, ребята, надо чинить. Канализация, сейчас говном вонять будет. Каким говном? А что это? Реально. Реально трубу прорвало? Нет, это, скорее всего, снег. Капец, какой снег? Нахера снег там? Короче, мы с тобой забрались, и теперь мы будем сейчас спускаться. Охренеть, а зачем? Понял? А давай наверх самый заберемся. Кто забирался вообще на самый верх? Давай вот туда. Вот туда? Да, может там ты секретка чё? Есть? Там нет секретки. Да давай попробуем. Ну, давай. Вот этот мой супермобиль включай и погнали. Так, ну хорошо, давай погнали. Офигеть просто, я в шоке. Реально туда залезть можно наверх? Да туда, наверное, нельзя залезть. А вдруг можно? Да, наверное, нельзя. Давай попробуем.
О, тут канатка будет. Ой, офигеть, а что тут такое? Я не знаю, ты что, никогда не была, что ли? Нет! Серьезно? Да! Бля, ты донешь. О, тут лыжи. На лыжах. Нормально. Их еще нельзя брать. Тут вот вместо лыж сноуборды, ну ладно. Так, куда ты едешь? Ой, наверх тут... слазь. О, еще прорвало. Да, да тут, короче, мы знаем теперь, что в лайфтопе, ребята, херовая канализация. Да тут так. Нельзя, все, типа, что? Подожди. Да слезь ты со своего снега хера, давай, поднимайся наверх. Ну окей, давай, попробуем. О, прыгай, давай. Блин, интересно, скорее всего, тут какая-нибудь невидимая сейчас, возможно, штука будет. Все, да. Да, давай. А может, все, нельзя. Возьми этот, возьми эту тут хернюшку. Невидимая. Возьми хернюшку вот эту. Какую? Вот. Я знаю, есть хернюшка, имба. Не, вот. Она не работает. Почему? Потому что она не будет работать. Давай сейчас заработает, тихо. Черт, пофиксили. Господи, починили. Ну что, я капец. Не знаю, что ли. Починили, а раньше можно было при колюхе мутить этой штукой. Ну все, уже нельзя. Ну, хотя, блин, говно. Хотя на днях тоже, да, было можно, но уже все. Блин, у меня в зубах что-то застряло. А как я это? Застряла тут. А, вот тут можно выйти. Короче, отправляемся, давай сейчас, короче, сядем на снегоход и отправляемся смотреть секретку. Давай секретку уже, показывай уже. Вот это. Именно, которую ты пропустил, между прочим, вообще бы не знал про нее, если бы не я. Вообще, я так и не понял, что за секретка, серьезно. Да, ты даже... А ее, кстати, вообще вот, даже не видно. Вот, сделай трюк, перепрыгни. Вот именно, что я и хочу. Перепрыгни вот туда, давай. Оп, оп, оп. О, давай сюда. Конечно, давай. Я и давай. Хотела. Держись, Аня, держись. Оп, че, полетели. Бля, ну ладно, короче, понятно. Снегоход, ребята, что-то лошадиных сил у него мало. О, зато сейчас поедем через зеленую. О, давай в этот, в канал залетаем. Оп, оп. Ля, нифига он светит. Прикольно. О, прикольно нам. Да. А куда ты едешь-то? Вниз? За секреткой. А она все это время внизу была? Да. Ля, я думал наверху где-то. Нет. Капец, обманула, обманщица. Обманщица. Пишите в комментариях. Аня, итак, топ. Вот знаешь, что я тебе скажу? Секретка вот тут. И ты ее даже не видишь, да? Там так вообще все скрыли, капец. А ты тут лед видишь? А, я думаю, это вода. Нет, видишь, дом появился. Да. Это секретка. Ни хера себе. Так, и сейчас нам надо забраться на гору. Так, ну. Во! И тут у нас, короче, да. Дом. Нифига это себе. Дом Санты. И нам нужно вводить пароль. Нифига себе, пароль? Да, нам, точнее, нам нужно а вводить там цифры. А вон наверху шапочка, смотри. Да, нужно, короче, вводить цифры. Вон слева этот, слева штука. А, типа, сколько штук ты найдешь? Ты, да, типа, видишь? Нихера их тут. Ладно, короче, давай. Подсказка первая. Шапочка у нас одна. Так, давай. Нам нужно теперь найти звездочки. Давай, ищи. Давай искать. Раз звездочка. Так, это снежинка. Это снежинка. Два звездочка. Снежинки, одна снежинка, две звездочки. А, три звездочки. Три звездочки, одна снежинка. Капец. Ты запомнил? Три звездочки, одна снежинка. Четыре звездочки. Одна снежинка. Так, четыре звездочки, две снежинки. Так. Пять звездочек. Две снежинки. Так, давай. Пять звездочек, две снежинки. Пять звездочек, три снежинки. А ну давай, пять звездочек. Давай. Так, раз, раз, два, три, четыре, пять. И три снежинки. Раз, два, три. Оп! Бля! Математики, значит. Итак, Пифагор мой дед, кстати, кто не знал. Смотри. Так, ну да, что там у нас? Это дом Санты. Капец. Короче. Чего? Ля, нарисован. Ну что, реально так выглядит? Санта? Да. Не знаю. И тут смотри. Найди меня, Санта. Короче, это написал Санта, что его нужно найти. А-а-а. Еще у нас здесь подарочек. А мы нахера забираем нужен, подарочек. Если у нас подарки уже есть. Зачем нам Санта? И что у тебя тут? Ого, у тебя. Окей. У тебя дом. Да нахера мне эти дома, кстати? Блин, ну ты собираешь коллекцию. Ты знаешь то, что, между прочим, по всей лайфтопе раскиданы эти подарки. Их нужно тоже ходить искать. Ага. А давай еще Санта-Клауса найдем. Какого? Ребята, пишите в комментариях, кто знал этот секрет в лайфтопе. Но я, если честно, первый раз вижу, это капец.